Так, всем привет! Сегодня рассмотрим новый триммер от Babyliss с артикулом FX7880E. Этот триммер вы можете купить на сайте zevsus.com, а также на сегодняшний день вы можете получить подарок при покупке триммера. Можете перейти на сайт zevsus.com и там все узнаете. Ссылки будут под видео. Давайте мы ее распакуем. Кстати, обязательно подпишитесь на Instagram. Там очень много интересного. Очень. Коробка в коробке. Так, посмотрите, как машинка все упакована аккуратненько. Давайте начнем ее разбирать. В комплекте у нас идет для юстировки ножевого блока. Ножевой блок. В комплекте у нас идет два ножевого блока. Т-образный ножевой блок. Так. Вот таким образом оно выглядит. Т-образка. А также у нас есть док-станция. Док-станция. Машинка у нас комбинирована. Есть присоски, то есть вы можете на рабочем поверхности его зафиксировать, чтобы он нигде не болтался. И сама машиночка. Смотрите, само совершенство. А? Красота прямо. Люблю я хромированные вещи. И, кстати, ножевой блок стандартный. То есть у нас идет два ножа. Т-образный и стандартный. Как вы знаете, он легкосъемный. А также не забывайте редукторное масло смазывать. И обычный. Так, давайте его оденем на место, поставим. Так. Звучит машинка вот так. А также, что у нас еще в комплекте есть? В комплекте у нас есть шнур. Посмотрите. Вы замечаете в последнее время, что у триммеров, например, зарядное устройство как шнурок обычный. А здесь такой хороший шнур. Посмотрите, какой толстый. А также зарядное устройство. Машинка у нас комбинированная. То есть вы можете напрямую подключить зарядку. Либо через док-станцию. Вот сзади подключается. Вот. Посмотрите. Красота прямо. А также в комплекте у нас идет две насадки. Насадки одеваются на обычный окантовочный ножевой блок. В комплекте у нас идет 6 мм и 10 мм. Щетка и масло. Масло это у нас идет стандартное, которое надо 3-4 капли на поверхности. Включили 20 секунд, он смазался и дальше работает. Ну, работаете. Это не редукторное, кто не знает. И сопроводительная документация. Так, давайте поговорим про машинку. У машинки роторный мотор, 6300 частота строк. Ножевой блок в комплекте у нас 2 идет. Т-образный у нас идет шириной 40 мм. Обычный ножевой блок идет 30 мм. Ножевой блок сделан из японской легированной стали. И, кстати, хочу сказать, что если вы хотите... высота среза из завода на сторону 0,3 мм. Если вы хотите перенастроить ножевой блок, вы берете для юстировки ножевого блока, вставляете его, и в комплекте у нас идет вот такая отверочка, вот такая. И вы можете, вот видите, внутри есть болты, вы вот таким образом его расслабляете и можете высоту среза менять. Так, у машинки литий-ионный аккумулятор без химической памяти. 2 часа он работает, 3 часа он заряжается. Есть LED-лампочка, вот здесь он загорается, когда вы заряжаете. Одновременно, кстати, вы можете и заряжать, и работать, потому что литий-ионный аккумулятор, напоминаю. Корпус у нас металлический, на поверхности есть шероховатость. Благодаря шероховатости руке он фиксируется, он не будет скользить. Если у вас будут какие-то вопросы, задавайте, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Подписывайтесь, ставьте лайк и переходите на сайт zevsus.com. Обязательно Instagram, прямо сейчас пошел и посмотрел. Тебе понравится, уверен на 100%. На. Хорошего тебе дня и настроения. Давай.